волнуется? Да нет, я не волнуюсь. Лохом он встречал. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И Светлана Николаевна, здравствуйте. А это вот ваша большая семья. Да. Ну вот, я очень рад. Мне сердечно рад. Очень рад. Ну вот, и посмотреть, как вы устроились. Благодарение Господу за ту помощь материальную, которую вы нам оказали. Я сердечно счастлив. Сердечно. Большая, хорошая семья. И огромный дом. Огромный, и большой дом с тем, чтобы жили спокойно, да, и радовались. Вот. Ну, а девочки в школу все ходят, да, и мальчики. У вас, значит, сколько? 9, да? Да. 9. Вот внучка уже появилась. Ага. Ты не ходишь в школу? Нет. А я тоже. А ты тоже не ходишь? Да, пойдем. 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 А я ходим. Это вот у тебя что за кубок? Ты выиграл что-то? Да. Ну да. Что? За шашки. В шашке? Угу. Ты... В детском саду. Вот какой. В детском саду. Будущий чемпион. Молодец, молодец. Кубок, покажи, а ты что хотела? Ну покажи кубок-то. Ух ты. Победителю турнира по шашкам среди подготовительных групп детских дошкольных учреждений. Это не шуточное дело. Вот хотел бы вам вручить икону в дом Казанской Божьей Матери. Самая любимая. Да, чтобы хранила вас Царица Небесная от всякого зла. Ну и вот здесь все-таки у вас уже дети. Позвольте, прошу вас. Вот это такую Библию, чтобы была домашняя Библия, которую можно читать вслух, когда садитесь, с картинами Доре, знаменитый такой художник, который иллюстрировал Библию в свое время. Сердечно вот. Благодарим. Ну, а вот здесь какие-то мои выступления, проповеди. Может быть, тоже что-то можно когда-то такое, ну, что-то такое почерпнуть, не бесполезное. Спасибо. Вот. Спасибо. А вот это игрушки спасибо уже для большой семьи. Что скажем? Спасибо. Спасибо. Ну вот, дорогие мои, вам спасибо. Спасибо. Самое главное, то, что прошли все эти беды, что все живы-здоровы. А ты скольки ну, лет? И вот что... эти лойки. А? Ну это ты уже сам разберешься, я не знаю. Я думаю, что ты лучший специалист, чем я. Я здорово отстал от всего этого. То, чем сейчас дети увлекаются. Вот. Ну и самое главное, что все эти беды прошли, и есть возможность. Художественная школа учится. Ты сама сделала? Да. Это тоже. Нет, это твой. Это тебе твое, это нельзя отдавать. Своими руками. Вот замечательно. Смотрите, как красиво. Подписано. Это же такой. Это что, изразцы такие, да? И... Это на стекле. На стекле. Угу. Это попугай. Это попугай, да, видно, что попугай. А дядечка, ты не о, патриарху, надо от семьи, таможенников. Таможенников. Вот так. Вы можете благословить ребенка? Как зовут там младенца? Алана. Алана, да. Когда она родилась, Алана? 28 февраля. Вот. Самый молодой член семьи. Ну что же, дорогие мои, желаю вам... всем мира душевного, здоровья крепкого, чтобы детишки росли добрыми, крепко держали веру в сердце, и чтобы родители имели возможность порадоваться не только послушным детям и способным, но и когда вырастут, увидеть своих внуков, тоже воспитанную в добрых православных традициях. Спасибо вам. Помогаю вам Бог. Спасибо. Ваше святительство, позвольте в вашем лице поблагодарить и президента России Владимира Владимировича Путина, и губернатора края, и вы будете с ним встречаться. Передайте от нас искреннюю благодарность. Ну, губернатор у нас здесь, потому вроде что, как. Простите. Вот, я очень рад вот, за ту материальную помощь, которую они оказали нашей семье, и без их помощи, безусловно, мы бы не были так счастливы, как сейчас. Спасибо. Я рад, что... Вот мы поэтому с Александром Николаевичем вместе сегодня посещаем, прекрасно, потому что вот это тоже было такой замечательный пример сотрудничества и взаимодействия церкви и государственной власти. Я сейчас. Потрясающе. Ну, я в Якутии, на поляре, в
Вот Кубай. Сердечно рад. И корни мои оттуда. Я сам в Сибири родился. Местный. Тут мы нашли друзья. Ага, вы здесь не нашли. Да, здесь. Когда я сюда приехал, в 95-м году, из армии. А вы сюда садитесь? По возрасту надо. Господи, радость. Иван Николаевна. Батюшка Серафим Саровский, он так радость, радость, как жить на земле и славить Господа. Я же был в Серафимом деревне. Были, да? Да, был. А у меня вон иконочка маленькая, вон там, и так оттуда привезла. Да. По дорожке прошел, по Божьей там. По канаву. И Пскова, да, по канаву. Все вот там побывали. В Пскова-Печерском монастыре тоже. Тоже были. Да. Вот образец русской семьи, верно? Классика. Классика. Вот так должно быть у нас. Вот именно так. Воскресенье в храм. Воскресенье в храм. Потом, дети воспитываются потом правильно. Потом вечером пообедали. Большая семья. Вот. Ну, я думаю, это большой вам с вашей стороны. Спасибо. Так должно быть. Я хожу в храм. Это доверие. Я хожу в храм. И ты в храм ходишь. Правильно. Молодец. Ну что же, спасибо вам большое. Давайте попробуем чего-то. С чем пирожки? Сладости, потом лук и... С луком где, вот эти? Нет, сладости. Вот эти, тебе сладости, правильно. Мама. Прекрасно. А где ваш был дом сейчас? Добролюбовый. Мы когда приехали в 95, мы жили на Конном дворе, непосредственно на берегу реки. У меня жена досмотрела бабушку и унаследовала ее квартиру. Дачного типа, еще вот воснотение выбитое. А я от армии получил однокомнатную квартиру. Вот мы попали под наводнение в 2002 году. Вот. Ну, решили продать эти две квартиры, купить дом. Но все равно нас вода и в этот раз достала. Не сильно, но побывала в доме. В 2002 году была женщина в ней, да? Конечно, конечно, несомненно, меньше. Но мы жили просто рядом с рекой. Поэтому вам досталось? Да, и мы решили продать две квартиры, купить дом и ушли. Бог вас уберет. А мы молились сразу, вы знаете, как только вода начала идти, мы все на колени встали, молились. Истово, как нужно молиться, для того, Господь остановил. Да, он спасибо вам большое за чай, за хлеб, соль и за то, что мы вместе с вами. Вам огромное спасибо, что вы нас посетили. Мы очень рады. Мы очень рады Дмитрию за то, что Бог полетел вас присутствовать в нашем доме. Можно я молитву произнести? Благодарим Тебя, Христе Боже наш. Яко насытилась и на земных твоих благ, не лиши нас небесного твоего царствия. Но яко посреди учеников пришел и спаси, и мир дая им. Явися к нам и спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. Спасибо.